Ассалому алейкум, достар. Каласиздар. Бул каштанов. Менен каштанов реакшн арнама кош келдиңиздер. Сегодня у нас будет реакция на видео под названием «Переехала в Астану. Неделя в Астане». Давайте приступать к просмотру. Прежде чем мы приступим, Коп Рахмет за то, что подписываетесь на канал. Также подписывайтесь на мой Бусти, ссылка в описании. Там выходят реакции на фильмы и сериалы, которые блокируются на Ютубе по авторским правам. Все ваши топовые казахские фильмы я уже посмотрел, и они ждут вашего внимания. Так, ну а мы приступаем. Кетк. Можно, наверное, меня поздравить? Неделю я выдержала. Неделю чего? Бега? Пока сложно. Эмоционально чисто. Там не знаю дальше, как будет. Ну все, регистрация пройдена. Летим. Центр Астаны. Не, ну чтобы шок испытать, надо в реале там побывать, наверное. Первый раз особенно. Самый гигантский шатер в мире, Анау-Манау. Самый гигантский, наверное, это неграмотно, да? Самый большой шатер в мире. Снег, просто снег валит. Ну что, перед вами счастливый обладатель одеяла Икея. То есть, вот если бы она сказала «счастливый обладатель одеяла из верблюжьей шерсти», к примеру, вот это было бы необычно. Интересно, такие бывают? Так, это, я так понимаю, квартиру снимают, да? О! Ну, неплохая студия, так-то неплохая. Ну, как студия, по крайней мере, три Моника, да? Один для чата, который вертикально расположен. Короче, это уголочек стримера. А где свет, где камера, где микрофон? В любой непонятной ситуации снимайте горизонтально. Если вы тут только если вы точно не знаете, что будете загружать сторисы или же тиктоки. Я иду гуляю по достопримечательностям левого побережья в Астане. Любуюсь. Сегодня солнечно. Нравится так гулять, ходить. Наверное, буду часто так делать. Я сперва подумал, что это Экспо, но так, но это же не Экспо, ребята, это что за форма яйца? Напоминает подобное здание есть в Лондоне, по-моему, если не ошибаюсь. Считай, в самом центре. Байтерек. Конечно, да. Монументальное. В форме сердечек. Это что такое? Оладушки? Оладушки в форме сердечек. Привет, день четвертый. Мы вчера здесь уже гуляли, но сегодня я по очень важному делу. Я нашла национальную библиотеку, и сейчас мы посмотрим, что-то или нет. По-моему, на реакции я смотрю впервые, чтобы кто-то
посещал библиотеку в Казахстане. Мне нужен вид на жительство, и только потом я могу пользоваться этой библиотекой. Красивая, да? Вид, аж вид на жительство? Ничего себе! Вид на жительство, то есть даже не временное пребывание, да, а именно вид на жительство. Это же прям серьезный документ, чтобы взять книжку. Чтобы здесь поселиться, нужно оформить, естественно, ряд документов, которые я сейчас иду начинать делать. Ну, попробуем, посмотрим, что там скажут. Сон? Сон? Наверное, это сон. Ну да. Ну что, привет. Я продолжаю исследовать территорию. Сейчас я выхожу на задний двор, где есть детская площадка, и, надеюсь, есть что-то для воркаута. Неплохой такой дворик, и неплохие детские конструкции, такие даже какой-то замок есть. Ну, дети будут счастливы и довольны. Так, ребят, видео здесь заканчивается, поэтому на сегодня все. Пишите в комментариях ваше мнение, что вы думаете по поводу моей реакции, по поводу всего здесь увиденного и услышанного. Конечно, здесь особо ничего такого не показали, но все же. С удовольствием прочитаю, отвечу на комментарии, на вопросы. А на этом все. Всем пока, удачи, до встречи.